Сегодня я стал голубым радужным другом для того, чтобы затроллить Фласку. Помимо того, что я научился издавать различные звуки, я получил несколько невероятных способностей, при помощи которых я и собираюсь ее затроллить. Самое главное, что Фласка не будет меня слышать. Но получится ли у меня ее затроллить? Давайте проверим, ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, вот я и исправился в теле голубого радужного друга в этом мире Майнкрафта. Просто посмотрите, как я выгляжу. Какие у меня красивые выразительные глаза. А помимо этого, шикарные белые зубы. Господи, у меня такое смешное лицо, я не могу. Но выгляжу я просто балдежно. У меня хвостик там двигается, ножки перебираются. Ну и в общем, я заспавнился за этого голубого радужного друга для того, чтобы затроллить Фласочку. И помимо того, что я научился открывать рот, я получил несколько невероятных способностей. Например, я могу взять любое существо, например, вот эту коровку, и посадить себе на горб и катать ее. Таким образом, мы сможем увозить мобов Фласки куда-нибудь в далекие-далекие края. Ё-моё. Ну а если мне этот моб надоест, то я могу открыть свою пасть и просто-напросто его сожрать. И тем самым я немножечко насыщусь, если проголодаюсь. Ну и так как у меня нет рук, я не могу ничего добывать, ничего открывать, но я могу в свою здоровую большую пасть засовывать блоки. И выглядит это примерно вот так. Я просто в своем рту держу вот этот вот большой блок. Ну и так как я голубой радужный друг, я умею все нюхать. Вот, допустим, эта корова пахнет молоком. Можно ее сожрать. Ну и знаете, я не хочу в этот раз убивать Фласочку, разбирать ее дом и так далее. Поэтому я сначала прикинусь добрым радужным другом. Но если она будет что-то меня просить делать, я буду делать в точности наоборот. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. И я уже вижу ее дом, и давайте ее понюхаем. Отя-тя-тя! Оно пройти не можешь. Что это такое? Я не понял. Да-да-да, куда? Оно рот открыло, оно такое милое. Погоди-ка. Сейчас оно уйдет, я хочу рассмотреть эту штуку. Так, ладно, давайте уйдем. А давайте сделаем позу, как будто мы сейчас будем нападать. А-да-да-да, оно, наверное, хочет. Оно как крыса. Оно как крыса прицеливается, чтобы мяу сделать. Ой, я не... У меня кое-что есть. Я знаю, что мне поможет. Ну-ка, штука. Так, ладно, меня это уже пугает, если честно. Так, ладно, давайте откроем рот и побежим за ним. В коробку! Я знаю, что когда я в коробке, меня эта голубая штука не видит. Я играю в радужных друзей, я шарю, главное не двигаться. Сейчас она уйдет, и я проползу. А знаете, в чем прикол? Я-то ее вижу, потому что я радужный друг, которым стал я, грубо говоря. Ну, в общем, это не моб. Так, ладненько, давайте сделаем вид, что... Не понял? Ага, она уже пробежала. Так, давайте все нюхать. Она меня видит! Так, в коробку, в коробку. Так... Меня тут нет. Нюхает, смотрите, ищет, ищет, ищет. Опа! Но меня, по идее, не должно сожрать, потому что я не двигалась. Давай, уходи. Ладно. Ну, подыграем немножечко, Фласочки, подыграем. Откуда она вообще взяла коробку? Так, я сижу, не двигаюсь. Ладно. Опа, ушла. Пойду жрать ее коней. Оба. Ты куда? Так. Ты куда? Я покатаю этого коня. Оба. Все, до свидания. Я его увожу. Алло, отдай домика. Алло, отдай моего коня. Быстро сюда. Господи, какой тяжелый случай. Я не могу. Ладно, можно одного коняшечку, конечно, сожрать. А одного по-любому оставим. Так, здравствуйте. Я в коробке. Я не двигаюсь, я не двигаюсь, я не двигаюсь, не двигаюсь, не двигаюсь. Я в коробке, оно меня не видит. Так, сожрем коня. Так, ой-ой-ой. Погоди, мне говорили, что ты девочка. Ты, наверное, голодная. А ты же меня не хаваешь, да? Ну-ка, ну-ка, проверим. Если она меня ударит, значит, надо в коробку. Не буду хавать. Так уж и быть, я сегодня добрый. Смотрите, она, походу, целится на меня. Или она... Аня нюхает яблочко. На, поишь. О, яблочко мы заберем. Давайте его во рту подержим. Потом съедим, как проголодаемся. Оно похоже на твой язык. Ты что в рот засунула? Давай ешь. Ты же девочка, да, тебя? А я не помню, как зовут, ребята. Если вы помните, напишите в комментарии. Вот, потому что я забываю. Привет. Я буду звать тебя Розовиночка, как, мила? Чё? Я же это, голубого цвета, а не розового. Какая Ой, господи, так, ладненько. Давайте-ка мы посмотрим, что есть в доме у Фласочки. Розовинка, Розовинка, скажи, это идеальное имя для тебя. Если ты девочка, я просто что-то подумала, ты мальчик, а мне все писали, что ты девочка. Розовиночка, вот. Если бы я была девочкой, я бы ходила во всем розовом. В смысле, если бы была. Не понял? Не понял. Посмотрите на выражение моих глаз. Так, ладненько, давайте-ка мы зайдем в дом.
днем. Главное побыстрее втереться к Фласочке в доверие. И тогда она начнет давать задания, а я потихоньку буду ее троллить. Ты че сидишь тут? Ты че, нюхай? Есть хочешь? На! Так. Ешь яблоки или ты ешь рыбу? Я ничего не ем. Так, извините. Куда? Так, давайте унесем эту судоку отсюда. Куда? Не-не-не, это должно быть не тут. Это должно быть вот тут. Я понял, ладненько. Так, ну что, где мои задания? Че ты хочешь меня? Че ты лыбишься? Мне зуб почистить? Фу, тебе зуб почистить. У тебя это, изо рта неприятно пахнет. Ты че, рыбу ела, что ли? Не понял, не понял. Вообще пахнет так, будто ты только что недавно проснулась, и тебе в рот кошки... Так, ладно, мне нужно подумать, что бы мне сегодня поделать. У меня теперь один конь. Ага, да, второй вкусный был вкусный, да. Да нафига коня моего сожрала розовина, а? А ну-ка, пойдем приручать нового коня, побежали. Ёшкин ты кот, седло нужно, погоди, еще я быстренько. Так, ладно, седло. Давайте с этим ей реально поможем принести. А хотя, знаете, принесу я свинью вместо коня. Пойдем, свинка, мы будем с тобой гулять. Так, и вот ей конь готовый. Так. О, кучу коней, хочу черненького вон того. Ладно, пока свинью донесем, так уж и быть, я в принципе не против. Оба, свинка, вам сюда, готово. А коня, коня? О, с коня бы поводок снять. О, я могу, могу. А ну-ка. О, готово. Неплохо, неплохо. Кстати, раз я могу свиней и коней катать, я могу и фласку прокатить. Ой, она уже коня где-то нашла. Опачки, давай, черныш, ты будешь... Так, понял, перепрыгиваем, так. Так, ты теперь живешь тут, черныш. Опа. О, ты что, катать умеешь? Какая тяжелая. Ребят, чтобы вы понимали, я даже встать не могу. Ёшкин, а что такая тяжелая-то? Что-то ты какая-то медленная, розовина. Давай, мы тебя накормим. Ну-ка, побежали, побежали. Я тебя сейчас буду кормить. Так, у меня где-то было мясо. Да, надо его переплавить. Корми, корми меня полностью, да. Так, что тут вкусненького готовится? О! Кись-кись-кись-кись-кись. Кто хочет мясо? Кто хочет мясо? Сидеть. Ладно, сядем. А-а-а, дрессированная штучка. Давай, держи, сейчас еще переплавится. Ой, господи, тяжелый случай. Так, а ну-ка. Кто хочет мясо? Катать. Чё, издевается, что ли? Так, давай катать. Катать ща будет катать. Оба! Конь тяжелый. Но, кстати, полегче, чем фласка будет. Вот коня прокатал. Ты как коня моего уменьшил? Надо его обратно... А чё он не едет? Где седло? А где седло? Не понял. Седло верни. Ты его съела, верни седло. Не ел, вот седло это. А откуда у меня свинья с седлом? Погоди, а как с него снять? Алло. Взяла за шею, закинула свинью. А как снять седло? У меня конь ушел. Ну, ёшкин ты кот. Ну, что мне делать? Куда? Давай, ну-ка давай, неси меня, розовинка, вперед за коняшечкой. О, тяжелая. Не понял. А зачем ты меня вытащила? Откуда у меня свинья? Это ты притащила? Нет, я ничего не таскал. Я даже не знал, что голубой радужный друг это девочка. А кто хочет баранину? Кто хочет баранину? Вот какая зайка. Так, погоди, просто так ничего нельзя получать в этой жизни. Нужно заработать. Запомни, хочешь жить, умей вертеться. Ага. Так, давай ты мне притащишь. Вон то дерево. Вон то дерево притащи, я тебя покормлю, хорошо? Так, дерево. Ну ладно, давайте так. Но мы не забываем, что сегодня мы немножечко фласочку троллим. Поэтому дерево. Она попросила дерево. Ага, так, ладненько. А давайте-ка у нее прям с дома дерево и заберем. Не понял. Что такое? Где дерево? Давай, я готова тебя кормить. Блин, меня спалили. Я хотел добро забрать на дерево. Так, ладненько. Куда убегаешь? Иди. Ты что, не собрала? Что стоишь? Уть какая стоит, смотрите. Лыбится, лыбится. Ну, тебе помочь. Давай я тебя научу, смотри. Да. Берешь. Желез, иди сюда. Иди сюда, смотри, берешь и рубишь. Ага. На, пробуй. Так, беру и ну? Съедаю. Где топор? Не знаю. Куда топор делал? Ломай давай, топором. Да, чем? Ну? Блин, ну я не умею добывать, не умею ни топорами пользоваться, ничем. Только в зубами отколупывать куски. Я поняла, ты ж безрукое существо. Ладно, пойдем домой, это для тебя слишком тяжелое задание. На, покушай тогда. Так, о, мяско, балдежненько. Так, сейчас она домой, это... Коняшка, где моя? Мне нужна моя... Где моя коняха? Так, ладненько. Оба, вот так вот надо, вот так вот. Вот так могу собирать. Дерево она хотела. Сейчас мы ей дерево добудем побольше. Вот это дерево. Вот это. Я думаю, хватит. О! И бам!
Опа, вернулся домой мой коня. О, привет, ты пришла? Да как, а как ты дерево собрала? А вот так вот, магия. 13 штучек, умничка. Сейчас я тебя еще раз покормлю. Правильно. Где хата моя? Еды, во, еды. Неправильно, дед. Верни все обратно, мой дом ломать нельзя. Вернешь, покормлю. Так, где у нас тут еда? Опачки, жарка баранина. А я не умею это возвращать. Как бы, ну, вот. Давай, строй. Руку, да не, построй обратно. Давай, вот так, смотри, вот так, вот. Вот так, вот. Вот, ну ты ж поставила только что. Ладно, ща попробую, может получится поставить, так. О, ставить могу, а я думал не могу, во. Ну не той стороной, погоди. Да, мне мой топор вот отдала, я тебе свой топор, теперь без топора. Так, еще 8 штук, откуда? Не понял. Не понял. Ты нафига жрешь все, я тебя не буду кормить за это. Ну блин. Бери обратно. Я тебе говорю, что мне надо, я не буду тебя поощрять за то, что ты делаешь плохие вещи. Так, давайте сделаем вид, что нам грустно. Все, мы уходим. Ну куда, верни цветочки? Ну и ладно. Да, не понял. Как, в смысле, ну и ладно? Не-не-не, так не пойдет. Я поняла, ты бесполезная во всем, да? Ты все делаешь наперекосяк. Ладно, я тебя покормлю, если катать. Так, ладно, катать. Она такая тяжелая, что... Ладно, давайте ее в загон закатим. Там ей самое место. Вот, да, поэтому... Отвези меня домой. Вот, домой. Домой. Я не тут живу. Тут живешь ты со своими братьями. Домой. Так, да, ёшкин, матрёшкин, домой. Хорошо, так, выходим и заходим. Вот, домой. Ну ты глупая, я не понимаю. И лыбится. Я поняла, ты безнадежна. Мне нужно пополнить свои запасы теньки. Мне нужно... Точно, я поплыву на лодке прямиком через всю планету и найду пустыню. А там я найду себе теньки. А мне вот интересненько, я лодку умею управлять. Как раз вижу вон там вот куча песка. Это то, что мне надо. Так, лодка. Так. Лодку ставь. Опа! Куда? Постой, меня. О. Посмотрите, как я на этой лодке разложился. А чё это ты? Я в твоей попе. А, не понял. Нет, я просто это везу так. Да, мне так удобно, вот. Давайте рот закроем, а то чё я с открытым ртом сижу. Давай, это, воду всю греби ртом. Издевайся, а как я вообще гребу? Господи, это так странно выглядит. Куда она? Так, в пустыню она говорит. Так, хорошо, поплыли. Мы пустыню проплыли, нам назад. Не-не-не, все правильно. А я вообще плавать умею? О, нормально. Господи, почему это так странно выглядит? Пустыня, то, что надо. Хорошо, прекрасно. Это не пустыня. А где пустыня? Она была тут. Алло, ты там купаешься? Я купаюсь, да. Это что за жопная мачта? Я не понял. Иди сюда. Че, какая жопная мачта? Что это значит вообще? Ладно, я это, купаться люблю, между прочим. Я, посмотрите, я в цвет водички прям. А вот и пустыня. О, а вот и дырка. А, ладно, сюда мне надо. Мне где-то тут надо найти эту. Это случайно вышло. А как мне отсюда выбраться? Ладно, давайте все на нос, всю землю соберем. И, в принципе, можно выбраться отсюда, в теории. Вот так вот, готово. Не понял? А фласка куда? А, вон она бежит. Это, сейчас мы ее немножечко затроллим. Никакой пустыни. Вы, это, мадам, наказаны немножко. А ну-ка, оба. Куда? Не успел поймать. Куда ты меня скинула? О, ты меня хочешь отвезти? Ты знаешь, где пирамида? Да. Я знаю, где пирамида. Сейчас отнесем. Тяжелая фласка, конечно. Да, вот до водички отнесу хотя бы. До пирамиды не обещаю. Опа! Ты что, плавать хочешь? Я видела твою эту жопную мачту. Прикольно выглядит. Че, какая? Что такое? Жопная мачта. О, я нашла пирамиду. То, что надо. Блин, ловушка не сработала. Ты что, ты хотела, чтобы я упала? Понял. Не заслуживаешь ты жареную баранинку. Да в смысле не заслуживают? Как раз таки заслуживают. Так, пирамида. Не-не-не, просто так в эту пирамиду попасть нельзя. Оба! Ну я поняла, все, ты крыса. Ты крыса, Лариса, я буду звать тебя крысой. Не понял, нет, я вообще-то голубой радужный друг. Или голубая радужная подруга. Во. Ну и че, а зачем в пирамиду-то? А я пролез в дырдочку. О, а ты тут откуда? Ты что, за мной что ли шла? Крыса. Погоди, я сейчас все сделаю аккуратненько.
ломаю. Опачки, будь тут скретчик. Я бы никогда в жизни не сказала, ломаю блок. Так, что-то у нас интересное. Так, оп-оп. Меня какая-то. Что там делаешь? Оба, забираем. И вот это забираем, и вот это забираем. О! Куда мы? Иди, верни. Блин, жалко, у меня дерева нет, сейчас бы сделал. А я не могу сундук открыть даже. Ты чё? Блин, и чё мне делать? Куда? О, яблочко, и чё да. Ещё? Да погоди, поверни меня. Чё тут у нас, тут фигня? Да дай ты, о. О, железо. О, песочек, неплохо. Да куда? Давай, попёрли отсюда. О, джунгли хочу, пойдем в джунгли. О, ты меня несешь? Да, несу, ща куда-нибудь донесу. Да нет, слишком тяжелое. Да не туда, ты меня несешь, туда надо вести, глупая ты, господи, боже мой. Так, погоди, нам нужно это. Ну ты, я просто в шоке. Ща я быстренько лодку нам скрафчу. Какая лодка, я это, по-другому люблю плавать, вот так вот. Могу еще рот открыть, воды попить. Я скрафтила верстачок, сейчас я быстренько сделаю нам лодочку. Кстати, две лодки хочу сделать. О, тебе и мне. Лодка, это хорошо. Опять жопную мачту тут устраиваешь. На, тебе и мне. А ну-ка, сейчас. Оба. О, поперли, прикольно. Я ее ногами обхватил, но так неудобно, если честно. Так, оба, и поехали. Куда? Ну и куда ты нас привезла? Давай, ё-моё. Так, блин, я не могу ее под водой возить. Все, я это, извините, я поплыл. Ну куда ты без меня? Ну ё-моё, привезла меня в какую-то сбопу мира. Хотя ладно, в принципе, я и тут доплыву. Так, ладно, пусть плывет куда хочет. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Фласочка и Скрэйч, всем удачи и всем пока! А я чё? А я это... Постою здесь, поулыбаюсь.